По незапланированному сценарию пошло сегодняшнее заседание Одесского горсовета. Депутаты отказались вносить в повестку дня вопрос о признании России страной-агрессором. Узнавшие об этом активисты Евромайдана ворвались в зал и устроили потасовку. Они бросились блокировать трибуну и накинулись на парламентариев с кулаками. На головы, в том числе мэру Одессы, попытались надеть мусорные пакеты. В конечном итоге охране все-таки удалось выдворить хулиганов. Предыдущая сессия горсовета также была сорвана из-за нежелания народных депутатов голосовать по российскому вопросу. Большинство из них предпочло прогулять заседание.